Здравствуйте, добро пожаловать на канал Сарафан ТВ. На днях Ольга Бузова сообщила своим поклонникам, что ее осенний концерт будет финальным. В грядущем ноябре она выйдет на сцену с программой «Под звуки поцелуев», с которой 3 года назад начался ее путь на большую сцену. Цитата. «Его я решила устроить там, где все начиналось. Там, где впервые встретилась с вами и пели все вместе хором при полном солд-аут в самом центре Москвы», отметила исполнительница на личной странице Инстаграма. Резюмируя свое обращение, артистка поблагодарила публику за поддержку и любовь. Цитата. «За эти 3 года мы с вами сделали невозможное», считает поп-дива. Разразившийся в сети по поводу ее ухода со сцены переполох решила остановить мама Ольги, Ирина Бузова. По ее словам, певица завершает вовсе не певческую карьеру, а программу, передает «Комсомольская правда». Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Всего доброго!